помните, прошлую тренировку разбирали, да, в 18 вещах. Также мышцы передней поверхности руки, это бицепс, брахиалис, брахиорадиалис, плечевая мышца плеча, и также мышцы задней поверхности плеча, это бицепс, вперед-правая мышца плеча, и локтевая. Хотелось бы начать с мышц бицепса, так как они задают основной объем руки, это примерно 70% объема руки. Поэтому хороший трицепс, хороший развитый трицепс всегда очень красиво выглядит и руки делают массивными. Хороший трицепс – это, как правило, конусообразная форма мышцы рук. Начнем тогда с базовых упражнений. Это жим узким хватом и приступим с ними, так как там работают со свободными местами. Покажу технику выполнения. Кто хочет участвовать, будем участвовать здесь. Юра, справляется ошибки. Если что. Смотрите, если работаем с мида, значит ложимся немножко дальше, не на уровне глаз. Да, потому что он в одной плоскости перемещается, поэтому лечь дальше. Ширина хвата примерно на ширине плеч. Уже не стоит звать, потому что будет нагрузка ложиться на запястье. Пока вес небольшой, нет себе комфорта, но в силу того роста силы, основной будет продвигаться запястье. А теперь что делаем? Вдоль корпуса. На выдохе вперед, практически до конца, но замок не оставим, потому что мышцы трицепса разгружаются, получая должные нагрузки, а локоть страдает на этом случае. Лоб выпекает. Низ медленнее, а негатив была гораздо важнее, нежели позитив, так как мышцы травмируются при негативном положении. Лоб выпекает. Может быть, хочешь попробовать? Обязательно в начале жима, если это первое упражнение, идет делать разминку. Потому что разминка – это 50% от рабочего веса. Хорошо. Фиксируем штаны. Интересно, принципиальная разница гриф ЕЗ или прямой? Всегда, когда у нас идет нейтральный хват, немножко больше нагружается внешняя и внутренняя сторона трицепса. Это один момент. И второй момент – есть еще подвижность. Запястье. Если нарушено и ограничено, тогда надо целесообразно взять язык. Так будет капотная кистя. Точно так же при подъеме на штанге. Вот и вся принципиальная разница. Как капотно, так и работаю. Саша.
А угол в камине? Угол в камине не принципиально. Потому что, смотрите, опять же такой момент. Если вы работаете один, не в паре, и веса побольше, тогда можно взять наклон, проще штангу опустить, нежели ложиться с большим весом на горизонтальном. Вот, да, так, пускай у нас уже будет работать больше длинная головка. Видите, все. Еще до конца не разгибаем, чтобы вот не разводим сторону. Вот, данное упражнение задает полностью руки. То есть, выполняя французский, французский, в принципе, ничем не может заменить. Французский должен быть в программе обязательно. Либо это штанги, гантели. То есть, вот, французский именно делает вот полностью руки, объем основной. Поэтому пренебрегать этими стойками нужно обязательно делать. Но смотрите, если иногда вот этот правоопасный для локтевого сустава тоже правоопасный, если руки разгибать до конца. Поэтому здесь не должно быть полного распрямления рук. Если страдают локти, нецелесообразно делать вот это первое упражнение. Ну, ставить вторым, третьим упражнением. Так уже будут мышцы рук утомлены, и силовой показатель будет гораздо меньше, нежели мы делаем первым. Так нагрузка не будет уже активно вложиться на локтевой сустав. Также можно брать гантели, ну, при том угле, либо ниже. Техника, в принципе, та же. Плечи параллельно и отсюда прижимаем на себе руки. Но, естественно, иногда ограничивают приток движения скамейки, поэтому мы можем немножко лечь выше, но спина прижата. Можем делать поочередно, левая правая. Иногда левая или правая конечность у нас более развита. Поэтому если вы будете выполнять со штангой, видимо, более нагрузку будет съедать данная рука, которая преобладает. Вот здесь целесообразно делать поочередно. Ну, головы. Можно менять руку, поработать. Здесь будет больше выгружаться уже внутренняя сторона руки. Но плечо неподвижно, не должно отклоняться под разными углами. Вот это что касаемо французского жима. В одной тренировке, если ты делаешь узким хватом, можно делать еще и французский? Не обязательно, да, потому что нагружают различные вещи. В одной тренировке, допустим, делать не узким хватом, а французским. Жим узким хватом, а французский, да. Допустим, вообще даже хват французский делать тренировки. Если наша задача задать объем, тогда можно сделать первым и третьим упражнением. То есть нет никаких ограничений, не делать то или иное. Включая на тренировке. Ну, дело в том, преобладать больше базовые упражнения, если это какой-то начальный уровень тренировок. Одно базовое, два базовых, одно из заведующих упражнений. Вот это можно формировать. Шимуский план, французский, ну и работа в блоке. Можно сейчас пройти в блок, посмотреть там некие нюансы. Смотри, Вадим, а вот некоторые атлеты старой школы, да, тот же Миша, они советовали от тренировки к тренировке немножко менять угол опускания. Один раз за голову, один раз на лоб, один раз даже ближе к рту. Твоё, ну вот, да, в принципе, да, это можно делать, то, что я и говорил, нагрузка ложится на разные области. И опять же, от тренировки к тренировке, тренируйте там раз в неделю, у кого-то он стоит два раза в неделю. Допустим, если два раза в неделю, целесообразно сделать один подход к области лба, здесь у нас будет внешняя и внутренняя сторона приближаться тризиса. А если взять закрыт, то длинная головка. Ну, это есть смысл в этом. Ну и в данное время вообще начали делать каждую тренировку по несколько тренинг. Раньше писалась программа на 6, 9, 12 недель. А сейчас каждую тренировку можно варьировать. Я же хорошо работаю. Поэтому почему бы не поднять тренировку? Поэтому просто не есть вопросы. Пойдемте тогда в середину зала. Кстати, кругом. Техника выполнения. Ноги на ширине плеч, как вот это. Немножко сгибаем для устойчивости. И отсюда разгибаем вниз. На вдохе вверх, вниз. Здесь больше преобладает середина тризиса. Здесь мы можем позволить только до области бедра. Если мы используем веревку, канатную трость, здесь целесообразно уже отводить максимально назад. Здесь опять же уже будет задействована длинная головка плеча. По плеча. Задняя плеча.
полного приведения назад. Опять же, плечи неподвижны, плечо прижато к корпусу. Если мы будем вращать, у нас будут преобладать мышцы спины. Если мышцы спины, мышцы задней поверхности плеча. И неподвижное положение будет работать плечо наружу. Внизу разводим. Разводя максимально в стороны, у нас также нагрузка смещается на внешнюю сторону. Видите, все. Поэтому проводим физику тогда, плечо, естественно. Делаем стрелевку и стрелевку. Ну, должно быть инерция. Если у нас возникает инерция, если мы задаем ногами или мышцами спины, бицепс не сужается. Да, вес большой, но бицепс не получает данной нагрузки. Ну, целесообразно. Пускай будет вес меньше, но исключительно за счет мышц спины. Также могут быть верхний блок, так как я показываю сейчас, и нижний блок. При нижнем блоке стараемся создавать сильного угла, потому что будет также нагружаться локоть. Что делаем? Вот так идем. Поднимаем. Так. Тоже плечи наши должны быть неподвижны. В сторону не разводим. И не подаем вверх назад. Скажи, Вадим, а вот я видел, некоторые делают, особенно американцы очень любят, обратным хватом делают, разгибают. С прямым рычагом. Но обратный хват, это какая-то... Ну, при обратном хвате больше задействована, опять же, внутренняя поверхность мышцы. Ну, ширина хвата и меняем кисть, не особо влияет на нагрузку. Чуть-чуть нагружается больше активно. Но тоже более такая детальная работа, когда наша задача есть объем, нам нужно сделать форму, качество и проработать там данную область. Поэтому можно менять. Давайте сейчас еще одно базовое упражнение выполним. Внимание на грудь. Юра! Так надо эту опустить, может? Перетлунули. Вон ли. Внимание на функцию. Смотрите, давайте подаем еще изолированное упражнение кикбэк, либо отведение руки в наклоне.
образом? Бедра ставим в одно линию. Если мы будем скрещать, у нас одна из ягодиц будет выше, будет повышаться осанка. Наша задача поставить в одну линию, сгибаем опорную ногу. Рука впереди. Наша задача сделать пошире стойку, чтобы меньше вставалась нагрузка на какую-то часть опорной ноги. Отсюда прижимаем плечо к корпусу и на выдохе делаем движение. Вдох, выдыхаем. Старайтесь также, чтобы плечи были тоже в одну линию. Поднимаем выше, будет неудобно. И опять же, возникает утягивание в позвоночник, в пояснице. Будет нагружаться позвоночник. Вот отсюда. Раз. Два. Три. Попробуем. Костя. Вес этого поменьше. Дальше надо встать. Тоже сюда дальше. Перпендикулярно опустив, будет задействован только тесть. Сгибаем дальше, уже работает тесть. Шли активно, обратно, раз, раз, два к себе. На выдохе, быстрее. Да, и смотрим прямо. А вы выдерживаете паузу? Да, мы не паузу выдерживаем, мы обозначили. Смотрите. Мы активируем и не удерживаем. Просто обозначить сократиться раз, два, раз. Всегда, когда мы будем делать негатив медленнее, менять здесь позитив. Раз, раз, два. Тогда и будет удерживаться пальцем. То есть осознанно там не удерживается. Давай возьмем мужского мужчину с прекрасного пола, а ты нажимаешь. Еще перевозим. Thank you.
домашних условиях, когда эти получаются как зал, мы можем сделать обратное отжимание скамейки. После того, что упражнение, важное упражнение, каким образом выполняется? Какие нюансы здесь? Руки на ширине плеч, спина прямая. В любом случае не округляем, так как будет нагружаться, опять же, позвоночник. Спина прямая, наша задача, чтобы спина вдоль корпуса, вот из этого положения. Локти в сторону не отводим, стараемся держать параллельно, на выдохе. Смотрите, чем дальше ноги, тем сложнее. Поближе, значит, будет немножко легче. Если удобно, чтобы будет вот оставил задействованный. Дома можем забросить куда-то, какую-то возвышенность будет. Активно подниматься. Покажем еще суровый вариант, когда пятки на скамье, полностью на весу. Да, они немножко, да, они немножко отходятся. Ну, смотрите, еще, я не скажу, что у меня там большая спина, да, но все того, когда есть мышцы спины шеи назад, заданы, они просто чуть-чуть назад. Да, либо можно куда-то ноги поставить, либо положить на бедра. Еще одно из упражнений, которое мы можем выполнить дома, это отжимание лежа. Здесь руки также вдоль корпуса, плечи. Мы не уводим в стороны. Вот из этого положения. Можно еще ближе их поставить? Вот так тебе расстраиваться. Сейчас разберем бицепс, бицепс, бахиальс, ультра и радиальс. У меня с этим фюрер проблема запомнить это слово. Давайте начнем со штанги стоя. И даже что касаемо гриба, прямой, если кисть позволяет выполнять данное положение, значит берем прямой. Здесь равномерно задействована и внешняя сторона, и бицепса. Когда у нас кисти вовнутрь, если будет изогнута, будет немножко преобладать внутренняя головка. Спина прямая, практически до конца распрямляем и от бедра. Опять же, никакой инерции, не должна поясница помогать. Может быть читинг, да, но не на начальном этапе тренировок, гораздо позже. Но опять же, нужно грамотно делать это все. Отсюда вверху сокращаем. Вверх не выводим, здесь у нас будет работать передняя поверхность плеча. Вот из этого положения. Раз. Раз, два, на выдохе вверх. Глубокий вдох, выдыхаем. Опускаем медленнее, поднимаем быстрее. Вдох. Вдох. Вот это положение. Здесь активно задействована и внутренняя, и внешняя головка. Длинная головка, Попробуем. Поднимаем вверх, вверху концентрируем сокращение. Чтобы активно сокращался. Раз, раз, два, два. Хорошо. И здесь еще интересная методика выполнения со штангой с прямым гриппом 21. Многие используют. Каким образом выполняется? Изначально мы выполняем 7 повторений до середины, вот отсюда. Здесь у нас задействованы вниз бицепс, активнее. После этого выполняем вверху. И опять же, до параллели. Здесь верхняя часть работает. И 7 последующих повторений выполняем полностью. Данное упражнение у нас больше задействовано середина бицепса, так как мы не можем упустить полноценно, если вот бицепс мешает мышцы
Вот. Смотрите, что, как мы можем сделать активно, нагрузить. Снизу его же голову. Ну вот, а что нам делать? Подъем, старт, бок не должен открываться. И наша задача плотность. Вот из этого положения стараемся практически до конца опустить гриф. Не на прямые руки, потому что будут нагружаться локтевой сустав. Отсюда вверх. Вверх не забрасываем, потому что забрасывая до конца, у нас мышцы бицепса начинают расслабляться, и опять же нагрузка падает. Поэтому отсюда вверх под контролем, вверху сократили. Вдох, вдыхаем. Кисть не заворачиваем, не загибаем, потому что будут предплечья работать, а мышцы рук, не мышцы рук, мышцы бицепса будут меньше получать даже нагрузку. Вот отсюда. Ставим вниз, у нас уже активно нагружается 20% низ бицепса. Поэтому, если программы составлять, необходимо делать не только не стоя, чтобы все время нагрузка ложилась на данную область, а можно с внешней стороны, внутреннюю, вверх, вниз бицепса. Попробуем. Вадим, давай. Вверх немножко быстрее. Раз. Сократил. И вверх. Вот. Чуть тогда выше, и он начинает расслабляться. Ну, может еще выше смотреть. Он уже вот, не удлинял. Когда удлиняется, начинает расслабляться. Ну, теперь чуть-чуть сокращение. Ну, возвращаешь обратно. И опять же, может быть левая или правая рука сильнее, поэтому мы можем выполнять с гантелями. Почему? Техника та же. Сели, смотрите, можем так садиться, можем сесть, но спина все равно прямая. Мы не должны ее округлять. Вот отсюда. Либо активно, либо делаем осанку. Спина круглая. Раз, вверх. И немножко мизинец подаем к себе. Так будет активно сокращаться еще вверх. Будет пиковое сокращение вверху. Вот это положение. Так. Сейчас разберем молотки. Упражнение молотки. Они нагружают брахиорадиалис. Какая здесь техника выполнения? Плечи прижаты к корпусу, отсюда доводят примерно до параллели. Выше не стоит, будет работать бицепс. Здесь вот два. Раз. На выдохе. Глубокий вдох, вверху выдыхаем. Вот так же. Отпускаем медленнее, сокращаем быстрее. Здесь проще, наверное, нежели другие упражнения выполнять. И подъем штанги обратно к плату. Смотрите, я там немножко напутал. Вот это упражнение, она брахиалис здесь. А нет, не напутал левую. Есть брахиалис. Хват закрытый, так будет немножко комфортнее для кистей. Кистевая сила немножко меньше, нежели сила его спины, либо бицепса. Поэтому при закрытом будет комфортнее. Отсюда, опять же, по параллели. Глубокий вдох, выдыхаем. Вдох. Раз, два. Раз. Попробуем. Ну смотри, Вадим, она добившая оскомину, разница в грифах. Еще раз. Разница с каким грифом выполняется, какая-то есть?
Нет, вот в данном варианте нужно выполнять прямо. А вот обычно взял один съезд, никто не знал. Ну, может, просто им комфортнее, да, когда, то, что я говорю, касаемо кисти. Не так сильно выворачивают и удобно. Длина мышцы, форма мышцы, это уже больше генетически. Данные упражнения, они могли увеличить объем. Объем, вот что сейчас касаемо формы бицепса, конуса бицепса. Он либо может быть, либо не может. То есть его крепление. Если бицепс короче, значит он будет присутствовать. Если бицепс длинный, значит такого момента уже не будет. Да, он будет объемный, но не будет самого пика. Пик задается концентрированными сгибами. Концентрированные сгибы могут выполняться сидя от скамейки, локоть в области бедра, опускаем хват пронированный, ладонью вверх, на выдохе, раз. Он потом раз, вернулся. Вот это положение. Опять же, не отклоняем корпус назад, ничего не помогаем. Исключительно работаем бицепсом. Возьмите еще в ту сторону, покажите, да. Скажи, Вадим, Шварценеггер, да, и многие старые школы, да, они делали наклоны, то есть без упора. Какая-то есть разница? Нет, здесь уже по желанию клиента. Да, как кому удобно. При выполнении наклона может быть какая-то опора. И спина опять же прямая, мы ее не округляем. Из этого положения. Почему в наклоне, в обороте наклоне, здесь мы можем немножко подать корпусом. Немножко легче. Там уже вот здесь идет работа рукой. Веса меньше, но качественно прорабатывается меньше. И тоже касаемо пика, мы можем выполнить упражнение. Вот, взять сбор. Саша, повесь, пожалуйста.
Да, немножко разобрали. Витебск. Между подходами растягивать может стоить или полезно это, или особо бесполезно? Ну, они говорят, да, тогда и нет. Да. Если такая работа памповая, да, на ваше количество повторений, понятно, что мы добавляемся кровь. Здесь, ну, здесь обратно чуть-чуть потянуть, чтобы кровь отошла от вина, упала. Либо сделать упражнение на мышцы антагониста. Если мы делаем бицепс, сделали упражнение. Я больше способность бицепса, чтобы не давал отдых от минуты до двух. Именно в этом диапазоне. И опять же, если идет уже сжигание, формирование, здесь не больше минуты. Ну, опять же, все относительно, сжигание, набор, все должно быть из хозяйской талии. Китай это 70%. Мы можем при маленьком, при большом калорийном, при больших интервалах отдыха, при дефиците калорий, также терять вес. Мышцы не будут плотнеть, становиться, просто будут двигаться. Как сделать так, чтобы, собственно, все шло в рост рук, скажем, больше заниматься именно рост на руки? Чего? Ну, в рост рук, собственно, больше заниматься именно на руки или как еще? Нет, смотрите, руки, ну, это 4% от общей массы тела. Целесообразно делать большие группы. Ноги, спина, мышцы груди, плечи. Руки задействованы с мышцами спины и с мышцами груди. Поэтому раз в неделю будет достаточно. Если сухой стаж вас тренировал. Месяца. Смотрите, вам целесообразно делать мышцы спины и 1-2 упражнения на мышцы рук. И в день спины это что-то происходило. Потому что будет большой объем тренировок, вы на самом начале будете прогрессировать, будут руки увеличиться и при тренировке спины. А потом уже через месяцев 3 взять и разделить. Сделать не спина бицепс, а мышцы спина трицепс. То есть так это пока мы работаем спиной, бицепсы активно устают. Вот поэтому достаточно в конце тренировки 1-2 упражнения, чтобы их полностью утомить. Целесообразно делать ноги и спина. Эти вот базовые спина, мышцы груди. Потому что одни из самых хороших мышц. Соответственно, и рост будет больше. Так, ну, ребята, может быть, сразу заметно было у нас выступающих спортсменов. Можете еще задавать вопросы какие-то. Это самая тренировка, не должна быть там больше 45 минут. Больше 45 минут начинает преобладать гормон стресса, кортизол. Он начинает разрушать мышцы. Поэтому пускай будет это чаще, ну, опять же чаще, 3 месяца, 3 раза в неделю. Оптимально, больше не стоит. И по 45 минут, ну, максимум час. Ну, плюс обильное питание. У меня вопрос еще. Вот здесь вот, работаем, ну, уже как бы на сушке. Ты работаешь на качество, то есть, допустим, если будешь работать, ну, взять ту же штангу прямую, даже 15-20 делать, то есть нормально или лучше брать там блоки, более заливочные? Ну, во время, да, формирования, во время сушки уже должна оставаться работа больше блочек, тренажерами блочек системы. То ну, есть особо нету долго там делать такой штангу? Нет, есть, смотрите, если у вас преобладает бицепс, да, будет достаточно не преобладает бицепс, если, допустим, он отстает, тогда не должна работа проводиться на 15-20 повторений, потому что объем будет немножко уменьшаться. Будет достаточно на 50%. И независимо, мог это, либо это будет свободный вес. Просто у вас, если соблюдаете цикличность, вы во время набора работали со свободными местами. Это не целесообразно. Свободными местами, соответственно, еще иные группы. Мышцы стабилизаторы, да, мышцы антагонисты. Поэтому все. А потом вы делаете ну, в момент сушки, нужно в любом случае программу менять. Не работать все время с свободными сами. Поработать блок. Блок ждет формирование. Серьезно, формирование это сжигание. А свободные веса задают больше объем. Вадим, а там будет, как вы соединяете нагрузку? Это зависит от соревнования, лучше 20 минут. Ну, у меня соревнования зависит. А сколько у вас занимает времени? Сушка занимает порядка 8 недель. Ну это жестко. Не знаю, не сказали жестко. Сушка есть сушка. Просто ну, у меня, допустим, сушка и масса не сильно отличается. Отличается просто в объеме принимаемой еды. Там, ну не присутствует быстрый пивозы. Мозг там иногда появляться. Ну это просто каша, мясо, рыба, курица, да. Ну, все в объеме зависит. Поэтому проще переносить сушку. Вот она сейчас началась, и я пока дефицита ничего не ощущаю. Тренировок гораздо больше, 3 тренировки в день. Раньше было 4 в неделю, сейчас 3 раза в день. Поэтому больше это сложнее. Спасибо.
первые на соревнования, да. Там же посередине, я думал, не стоит и дальше продолжать заниматься этим. Вот и жила. А сейчас... Сейчас какой-то тренировка. А вы тренировки сами себе расписываете? Или не работаете с тренером? Да, работаю с тренером Дмитрием Коряном. Процесс подготовки мы с ним, да, более с ним уже сотрудничаем. А процесс набора, ну, мы же сами. Но все равно консультации получаем. Вадим уже сам занимается Ну, ты тут стартанул, давайте я лучше скажу, что Вадим уже в руках и чемпион РБ. Это в своей весовой. Сейчас будешь штурмовать абсолютно, правильно? В своей же весовой, но сюда абсолютно. Абсолютно. В апреле, правильно? Да, в апреле. Вы сейчас вес? Сейчас 27. Давайте вам пожелаем на третий раз. Вы нет. Конкурентов еще много. Да. Время.